Последнее воскресенье ноября в Приднестровье России отмечают День матери. С праздником всех матерей поздравил президент Красносельский. В жизни каждого из нас мама – это самый близкий человек. Подарив нам жизнь, наши мамы с заботой и любовью воспитывают, наставляют на жизненном пути, своими советами всегда поддерживают и ободряют. Всех себя без остатка они посвящают детям, с нежностью и терпением воспитывая в них лучшие качества человека и гражданина. Бессонные ночи, переживания, постоянное стремление помочь, оградить от бед и невзгод – все это материнский труд, каждодневный женский подвиг. Накануне в центре Тирасполя прошла акция «Каждый мог написать теплые слова для своей мамы». Перья, на которых писали, символизировали крылья. Еще раздавали открытки. Внутри место для пожеланий. Открыткой можно было поздравить лично. Теплые слова и воспоминания с детства о мамах в следующем сюжете. Сколько я себя помню, может быть, даже и не помню, все время звучали песни. Она все, что не делала, она пела украинские песни. И потом так красиво. Она говорит, что запомнила это на всю жизнь, когда я у соседей через дорогу нашел ведро со смолой и засунул туда голову. Она меня еле очухала, это было и смешно, и страшно, и одновременно, в общем, забавно. Вот эту историю она постоянно мне рассказывает и вспоминает. В детском садике мы с моими друзьями убегали с садика. Они потом нас искали и воспитатели, и мама с папой. Безусловно, когда нашли, нам доставалось. Когда мы были чуть постарше, жили мы в частном секторе, катались мы на велосипедах, мама у нас работала сотрудником ГАИ, выписывала нам штрафные листы, рассказывала нам, как правильно ездить, как соблюдать правила дорожного движения. Это был строгий сотрудник. И вплоть до того, что мог лишить прав, которые выглядели у нас в форме вот листиков, которые растут на деревьях, листики сирени, как сейчас помню. Помню, как она приехала к нам в лагерь, здесь фотография есть, мы с сестрой были в лагере, и она приехала, я плакала и хотела домой, потому что я очень скучала за домом. Я была домашняя девочка, и мне в лагере не понравилось, это был первый мой лагерь, и мама меня забрала домой. Года 3-4 тому назад приехала с Львова одна певица. Вот она прорепетировала две арии, замечательная певица, хорошей вокальной школы, и третья песня была «Миссис на небе», которую я прекрасно знаю, вот. И когда она начала петь, ну точно голос, как моя мама. Я не выдержал и убежал, мне оркестр это простит, просто слезы, так как-то так вот, даже как сейчас, вот видите. Было много по соседству, у нас многодетных семей, и она привлекала нас, чтобы мы что-то напекли в выходные дни. И обязательно относили вот деткам, которые там рядом по соседству. У каждого, у кого родители ушли из жизни, конечно, есть вот то, что ты не успел сказать, не успел додать им. Или ты уже что-то можешь сделать, а их уже нет. Вот спешите баловать. Вместе с вами. Да, мам. Вот так. Мама – это главный человек в жизни каждого человека, который подарил нам жизнь. И берегите своих матерей. Мам, я хочу поздравить тебя с праздником и сказать, что самая лучшая мама в мире. Я тебя люблю. И спасибо тебе за то, что ты мне подарила жизнь, воспитание, образование. За то, что ты всегда рядом. Спасибо тебе. Спасибо, Женька, за поздравления. Я тоже счастлива, что у меня таких прекрасных два сына, Женька и Саша. Я счастлива. Я горжусь вами. Спасибо большое, спасибо, что у меня есть.